Опа, раз, раз. Ну что ж, доброе утро, добрый день, добрый вечер. Еще один тестовый заход. Сегодня вышел небольшой патчик. Ничего больше для баланса он не принес. Соответственно, ничего нового, абсолютно. Вот. Небольшие фиксы багов, графики и так далее. Давайте сыграем быструю игру, посмотрим, что получится. Если не получится, я это видео выкладывать не буду. Главное не слиться за пару секунд. Вот. Ну вот, давайте сыграем. О, хоть старт набрал сегодня нормально. Хотя я сонный, как не знаю кто. Как муха. Сейчас мы опять будем тупить. Так, пошли, ребятки, пошли, разведем рабочих. Докажем. Ребят, мы на файтинг спирите. Ну что ж, попробуем сейчас сегодня повоевать. Так, тайминг. Так, надеюсь, я не ошибся с разведкой. Играем через восьмой пул сегодня. Ребята. Вот это вот ошибка серьезная. Это. Так. Вот это я затупил. Вот это вот сейчас был промах просто королевский. Ну, давай, девятый пошел. Сейчас набираем на 200, на, соответственно, на пул. Сразу же. Поехали. Так. Надо было раньше его вводить, конечно, этого парня. Так, давайте. Давай. Все. Готово. Сейчас пойдет в озеро. Выход в озеро. Давай. Тайминг. Надеюсь, тайминг не сильно выпухнулся. Так, поехали. Теперь набираем на хатчере. Соответственно. Так, сейчас немножко приостановились. Вот это зря я сделал. Я отпустил мышку вообще. Но тем не менее. Как там овер? Овер почти готов. Так. Пора идти ставить хатчери, наверное, уже. Сюда отправляем. Ага. Все, пошел. Ой, как удачно получилось. Сразу поставили. Как бы не было. Опа. А вот и линги. Отправляем сюда. Сейчас подпишем сюда лингов. Пусть видит. Так. Почему? Так. Отправляем этих парней сюда. Этих парней отправляем сюда. Разбегаем. Так, надо бы перегнать рабов. Так. Скорее всего, где-то здесь. Потому что тут скорость он промечался. Так, родной, один добывает раз. Отправляем все сюда. Все, немножко. Так. Нет, я ошибся. Что-то он как-то очень уж резво прискакал. Сразу диагональная разведка была. Так. Надо бы. Так. Опа, жуки. Потанцуем немножечко. Три жука. Это раш. Плохо. Что это?
плохо. Все, это ГГ. Первый неудачно. Раж зелотами. А, это у нас игра номер 16. Зил Раш, к сожалению. Так, что я сделал с билдом не так? Конечно, разведка. Что-то как-то он очень целенаправленно. Так, давайте-ка посмотрим реплейчик. Что-то мне это не нравится очень сильно. То есть... create, join, create. Так, create. Сейчас глянем реплей по-быстрому. Так, где-то у меня реплейка здесь есть. Вот она. Можно это сделать через автосейв. Вот, 27 число. Смотрим, что у нас здесь. Как-то он очень уж хорошо ко мне приехал. Вот просто целенаправленно. Давайте посмотрим, что тут будет происходить. Проверим тайминги заодно. Вот этот, конечно, затуп еще был, но он отношения не имеет. Это просто вот как-то он очень уж нагло. Конечно, разведка. Сразу диагональная разведочка. Слушайте, АПМ-то, обратите внимание. То есть паренек-то, походу, как-то очень уж хорошо. Так. Жалко, не показывается, кто куда смотрит в этот момент. А хотя... мы же, по-моему, можем. А, нет, вот его разведка прошла. Нет, он достаточно бодренько так. Это изначально, походу, раш. Но, блин, тут как его отбивать? Интересно, не знаю. Там надо... я, конечно, линков надо было побольше сделать. Вот где я неправильно поступил. Да, два гейта. А у меня разведка-то отсутствует как таковая. Хотя правильно, как бы, ну тут рискованно, то есть единственный шанс это именно разведка, а у меня лимит плохой очень сильно. То есть здесь надо выходить в лингов сразу же было. Ну, два гейта, нет, тут не отбиться, это изначальный раш. Да, ладно. Но бывает и такое. Пошли еще одну, по-быстренькому. Стоп. Fighting Spirit, вот он. Оп. Создаем. И еще одну игрушечку создаем. Отвык я от рашей, к сожалению. Да. Редко кто это применяет, обычно играют все в этот. Ну, Fighting Spirit такая карта. Воу. ЗВЗ. ЗВЗ так ЗВЗ. Не очень люблю это дело, но... так, ну поехали. Так, ну сейчас надо играть через быстрый пул с переводом, вот как мой оппонент делал в одной из моих игр предыдущих. То есть выкачиваем на газ буквально. Так, ну давай. Как-то так. Очень с паппингом проблемки такие вот наблюдаются небольшие. Так, выходим в пул сразу же сейчас. Нет, мы выходим в пул целенаправленно сейчас. Так. Чтобы не было такого. И чуть меньше рабов, то есть рискнем. Выводим, я сказал. Блин, долбанный этот. Молодец какой, а. Заблокировал сам себя. Вот, заказали еще одного раба. Так. Ну, поехали. В овера выходим, конечно же. Да. Так, подлагивает немножечко у нас. Чувствуются такие подлаги достаточно неприятные. Так, овер делается. Ну, давайте еще одного закажем дрона.
Либо прилетит, либо не прилетит. Либо он на диагонали находится. Если не прилетает, значит он на диагонали. Потому что навстречу мне никто не летит в данный момент. Опа, полетели сюда. Так. Сейчас накопим на хочу. Сразу будем заказывать трех линзов. Поехали. Минералы-то нам пригодятся еще немножечко. Так. Сейчас мы полетели. Диагонали, судя по всему, опять же. Так. Отправляем раба сюда. Так, газилка почти закончилась. Так, где там мой дрон? Хачили. Ну, как-то он не прилетел. Почему? Все, переводим дрона обратно. Сейчас надо спиды заказать будет. Ну, аккуратненько разведаем. Давайте 100 минеральчиков, пожалуйста. 100 минеральчиков. Так, идите сюда, ребята. Потихоньку выкачиваем минералку. Прогуляемся. Все, пошел стрейт. Ага. Ой, какая прелесть. Так, пустуемся и атакуем. Ну, вот, может, что-то и получится у нас. Можно отступить на самом деле. Так, мы его разведем немножечко. Мы уже имеем преимущество небольшое. Так, пошел выбор еще один. Все, пошли в этот. Сейчас при помощи саночки. Так, тут у нас есть. Разведочку. Так. Давайте пару бензов сюда. Танку. Купаем. Саночка. Овер, пару лингов и спайр. Все, все окей, все отлично. Надо бы хатчили дополнительно, конечно, поставить по возможности. Так. Что у нас тут? Так, закажем саночку. Еще лингов. Спайр делает, но это был хатчили, у нас не хватает. Так, ребята, надо поставить хочу. Блин, да что такое? Я промазал, ребята. Спайр еще мутирует. Давайте сделаем вот так вот, добавим чуть-чуть газа. Эволюшн, гидроден, да? Пен. Давайте, давайте, идите сюда, ребят.
что пошла. Сейчас мы подъемся. Два этих. Все. Ну вот так вот. Так, что у нас? Ну, парень явно не очень скилловый. Бинавайл 17, Зерквин. Собственно, два вот таких вот разных игры. Конечно, вот тут меня сейчас быстрый пул очень сильно спас. Но я был немножечко, конечно, немножечко совсем покруче, что по ресурсам. Немножечко впереди по ресурсам. Давайте глянем начало игры. То есть, знал ли он, что делать, не знал. Гейм, соответственно, разберем ошибочки свои, если что. Ну вот, в принципе, вот эта вот игра, насколько я понимаю, 23.19 уже. Да. Поехали. ЗВЗшечка. К сожалению, ситуация такая, что новички тоже попадаются. Так, ну, начал он неплохо, надо сказать. Вот. Ну, потом вот-вот, все, он затормозился, это сразу видно. Смотрим тайминги. Разведку он долго не решился отправить. Вот, походу, не отправил разведку особо. Можно было, конечно, поддавить его, походу, раньше, но когда я снялся мой экспанд, все было уже решено, потому что лингов я разменял в свою пользу. Ну, давайте посмотрим, что тут творилось. Как бы, смотрим тайминги. Я так небольшой, немножечко подсмотрел билд. Для ЗВЗ, наверное, он хороший. Мне он нравится, по крайней мере. То есть он достаточно неплохо себя показал. Сразу 6 лингов, то есть и потом минералы. Чуть-чуть минералов потом не хватало, но потом мы вышли бы в муту и все дела. То есть он, ну, в принципе, правильно, что вышел, у меня был экспанд. Так, ну что он тут? Он сейчас остановится, скорее всего, видимо, этим парнем. Странный выбор гидроден. Денег-то на это не хватит. Ну вот, вот я себе заблокировал пулом, это ошибочка микро, и по таймингу чуть-чуть начал отставать. Ну вот как-то так. Да, он делает овер, он делает экстрактор сразу, но билд у него совершенно неправильный. То есть он... Что он, вот это вышел раб, он про него забыл, но сразу видно, что человек не успевает. А потом я бы мутой налетел бы уже и все, кирдык. И размен был слишком сильно в мою пользу. То есть немножечко, и будь у него микро наравне с моим, тут бы еще пришлось бы попотеть. Хотя, как человек, кого я обманываю, у меня микро нет. Человек, кого обманываю? Так, пошел пул с его стороны. Но у меня пул уже доделается. Это вторая минута. У него пул только начался. Вот, собственно, мое преимущество в рингах. То есть можно бы чуть-чуть решительнее. Но я сперва на разведку потратил время. Он разведку, кстати, так и не отправил. Вот у него овер, он то ли патрулирует, то ли что-то еще. Пошел он ставить эксп. И это ошибка. Надо сперва заказать 6 лингов, иначе 6 лингов на старте, скорее всего, очень сильно нагадит. Вот я опять, вот я начинаю притормаживать немножечко. По ЭПМу видно. Так, вот выходят линги. Сейчас я наберу на газ, собственно. А у него чего? У него 80 газа, кстати, но с минералами у него... лимит. Лимит у него выше, конечно, но у меня есть... Это боевой лимит. Это 6 лингов уже. А у него что? Первая парочка лингов. Ну, это вот я немножечко... Я мог бы атаковать раньше, игра бы закончилась гораздо быстрее. Ну, в принципе, отмененный эксп — это уже полдела. Вот здесь, конечно, можно было заказывать еще лингов для дотекания, более агрессивно сыграть, но я решил чуть-чуть вложиться в экономику, потому что я отставал здесь. Тут у него экономика-то чуть-чуть посильнее моей. Вот Evolution, зачем он поставил, это непонятно. Все, здесь можно уже не рассматривать. Давайте посмотрим. Вот здесь чуть-чуть. Ну, тут такое преимущество, что грех не воспользоваться. Evolution Chamber. Ну, зачем он?
Вот зачем сейчас он нужен? У него флоут ресурсов. Нет, все. Тут как бы можно не сомневаться. У меня упал полезный АПМ. Так, этот еще летит, кстати. Ну, этот разведал тут, в принципе. Конечно, надо было дальше его отсылать. Так, вот это я зря отступил, конечно. Хотя, может быть, я не очень хорошо микрю, поэтому, возможно, потерял бы больше. Вот еще 4 линга. Так, что со спидами у меня? Спиды делаются, а у него... А у него спидов, скорее всего, даже нет, не наблюдаю. Ну вот, я не очень удачно размикрился. Вот, он еще парочку вывел, пришлось отводить. Мои-то побиточки, а у него посвежее были, ребятки. Пришлось отступать назад. Так, здесь делается дрон. Что здесь? Овер. Соответственно, на... А, линги здесь объединились. 4, сделаем саночку. Давай, делай саночку. Вот здесь классно, сейчас я его все-таки, мне нравится. Я тут был момент, я поймал разведку. Так, заказали. Ну, собственно, вот о чем разговор, он упал совершенно. То есть у него хатчери второй на прямо на мейне. Здесь я поймал его разведку, поэтому он не знает, что я делаю. У меня уже ЛР делается. В принципе, здесь так, что с флоутом ресурсов? Ну, у меня сейчас большой, но я на хатчере копил. Это я знал. Ну и саночки, конечно. Так, вот чуть-чуть, кстати, очень неплохо размен. Все-таки воспользоваться численным и растянутостью его лингов. Вот, собственно, сейчас напрыжка. Здесь еще 3 линга. То есть можно было, конечно, забежать дальше, но он... А, нет, лингов больше. Здесь вылупились линги, видимо. И я решил отступить, потому что силы более-менее равные. Так, ну что, вот, собственно, такой матчап. Неравный абсолютно. Но свежая кровь в этой игре нужна. Поэтому, как бы, что тут можно сказать. Так, спайр. Вот это вот плохо, что у меня газ еще более-менее. Вот эта газилка явно лишняя сейчас. Мне минералы больше нужны. Я вот заказываю дроны, подстраиваю санки. Конечно, вот опасность есть, что линги просто пробегут на спидах. Хотя есть ли у него спиды. Вот у него только спиды на 5-й минуте делаются. Ну, что тут говорить. Здесь я неплохо, кстати, достаточно. Ну вот, да, я, конечно, не доконтроливал, но вот здесь получилось очень неплохо. То есть мне удалось его изолировать, потому что он меньшими силами. Ну вот, явно не доконтроль, то есть у него никакой точки сбора нет. Гидроден делается сейчас. Хача вот здесь стоит, но у меня экс работает. Уже третья хача ставится. Вот. Так что, в принципе, все ясно. Вот это вот, конечно, зря я принял такое сражение. Но здесь у него постоянно есть немножко лингов. Но он точки сбора даже не поставил. Вот это вот плохой момент был. Но здесь я подизолировался немножечко, но... Здесь еще слишком их много, поэтому приходится отступать. Но тут он увидел, что у меня работает эксп. Это не считая вот этой вот штуки. То есть, что тут он? Гидру ни одну не успел поставить. Сейчас бы прилетело 5 муталов. И первого бы его гидру, то есть мы бы гидру хлопнули. Конечно, флоут у него дикий, у него 18 лимит еще. У меня 25, из них лингов только раз. Все. А, ну вот линги еще заказаны, как бы. Все, собственно, при помощи лингов и санки я отбился. Все, он ушел. Ну, тут, конечно, что говорить, я опыта у меня против него побольше. Ладно, значит, на этом пока все. Быстрые такие игры получились. Ну, мне не жалко. Раш с тосами, надо что-то с этим придумывать, делать, какой-то билд. Лучше продумывать разведку. Обычно ставят, хотя там, что поставил бы я хач, что пул. Надо подумать, что делать. Ладно, всем спасибо, на сегодня это все. До следующего раза.